И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Димон Покемон и подписчик. Сегодня мы играем в Case Animatronics 2. Подписчик будет играть за аниматроника, а мы с Димончиком будем пытаться выжить. Пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Ребята, если вам нравится, как танцуют аниматроники, Диман, ставьте лайкосик. А мне очень нравится, я даже сам себе лайк поставлю. Если вы кушаете и пьете, приятного аппетита. Блин, Диман, тоже хочу потанцевать, какой кнопкой? На Б английскую. На Б. Нормально. Так мы зашли играть или танцевать? Не, нормально танцую, мне нравится. Я еще жопой махаю так. Сейчас всю серию будут танцевать. Ладно, все, потанцевали и хватит. Что, будем пытаться выжить, да? О, слушай, уже стал невидимый. Только, Кэт, не убивай нас сразу так быстро, да? Короче, чуть-чуть поиграем. Стоит здесь, а мы пойдем уходим. Да, давай, Димончик, уходим. Подожди, за кого я играю, я еще не понял. Дальше. Как можно дальше отбежим и потом тебе скажем. Да, побежали. Так, ну все. Давай, побежали за мной. Давай, побежали за мной. Так, а где мы находимся? Так, это что у нас? О, нам сюда. Это что у нас? Это тоже сюда. Нет, это уже не сюда. Давай сюда. Так. Все, Кэт, ты готов? Да. А, да, он готов. А, ну он готов, в общем. Давай, начинай, ищи нас. Мы тут уже спрятались. Так, Димас. Я здесь. Наша задача это сейчас найти покушаться. Покушаться? А тут же ж нема голода. Ладно, я шучу. Кстати, тут можно заныкаться неплохо так, да? О, да. Прячься, иди сюда. Аккуратно, у тебя башка будет выглядывать, ты будешь смотреть его вот туда. Вот так вот, да. Отлично. Вот это круто вообще. Тихо. Он где-то далеко. Туши фонарик. Блин, ничего не видно же. Ладно, Диман, пошли. Слышишь, кто-то там лапками своими перебирает? Да. Это что за лапушонок? Может, он по потолку бегает? Не знаю, где он там бегает, но мне это не нравится. О, Димон, прикольно ты сделал. Ну-ка, а что ты думал? Погнали, Димас. О, я его долбанул. Димас, прячемся. Беги. Димас, беги! Вырубил, Димон! Беги! Все, сидим. Туши фонарик! Фонарик, Димон, туши! Ну что ж ты, Димон, фонарик-то не выключил? Вы проиграли! Так, Димончик, могу Димас, сканировать. Это наша территория, я пока что буду тут за ним делом. Он к нам идет, Димас! Беги! Вон. Прячемся. Родной Димас, ты идешь? Ты здесь что там угораешь? Он танцует! Где он потанцевал и ушел? Да? Я не понимаю, как моим персонажем играть. Ты должен стрелять просто. И вот правую кнопку держу. Да что он? Нет, не работает. На меня! Ребята, мы играем втроем. Надеюсь, мы затащим. Будем в это верить. А что тут за компасы какие-то? Что это такое вообще? Смотри, тут какая-то штука, типа включатель или выключатель света, что ли? Потом, не знаю. Если мы когда. Она не рабочая. Короче, когда мы генератор запустим, то тогда это свет типа включит. Погнали. Так, ну, давайте мы вместе, мы втроем вообще справимся по-любому с аниматроником. Сто пудов. Я мину поставлю, вы там еще что-то. Погнали, за мной. Все, бегу. Опа. Сканер есть. Идете, танчики. Я иду. Это ты, Димас, идешь? Угу. Опа, аниматроник попался на мою штучку-дрючку. Отлично. Ребята, все классненько. Ищем этот, как его, трансформаторную. Или что там, я не знаю. Которая свет включает нам.
Ищем отлично её. Объяснил. Димон покемон учитель, все сходится. Так, надо, я думаю, завернуть сюда. Надо подольше поиграть, мы сильно быстро проиграем, что за говна? Тут потому что тупик, нам сюда не надо, ладно. Так. Так, я думаю, нам нужно сюда. Опа. Опа, пойдем за мной. Иду, иду. Идешь? Иду. Бегу это даже. Хорошо. О-о-о. У нас с тобой великие дела, Димас. Должны быть. Так. Сканер, сканер. Сюда. Ты сканируешь или тот челик? Не-не, тот челик, я не сканирую. Понял. Так, нам нужно генератор запустить, я не могу эту штуку открыть. А, дай погоди. Блин, у меня это дергается чуть-чуть, ну ничего. Так, тут чувачок. О, челик, вот челик побежал. Все бегают. Чувачок куда-то. Веселенький тут ходит с нами. На ловушку, да, попался? Опять аниматроник? Не знаю, я вот сейчас не знаю, попался ли он. Не, просто слева значок такой нарисованный, типа. Это он, наверное, вылечился, я не знаю. Так, ну что, давайте, вы там это... Я чиню, Димон. Давай. Хотя мне реально есть чем стрельнуть. Ну, я там поставил ловушку. Понял, понял. По идее, мы должны справиться. Отлично. Вот. Давай, двигай жопу своей, давай сюда. Бегу. Так, там чувачочек уже там тусуется. Тусняк отлично. У него уже там мощный. Отличненько. Стоит машет нам. Пацаны, вы где? Уже идите. А как махать? На Б, наверное, тоже так же. Так, давайте. Димон, мне видно пистолет в руках? Да, видно. Офигеть, смотри, тут какое большое помещение. Воу, я тут ни разу не был, это кинотеатр. Да, круто, кстати, очень сильно. Во, отлично. Смотри, как красиво Димон стало сразу. Да, согласен. Так, ну, не знаю, что нам сейчас делать. Вы меня защищайте, потому что у меня ловушек больше нет. Вижу аниматроника. Он там что-то где-то бродит, ходит. Давай, короче, сюда бежим. Бегу, Димон. Давай я буду... Я, короче, тут взламываю, ты меня прикрывай, у тебя потому что пекаль. Давай пекаль со своим тут. У меня просто ловушки закончились, мне уже нечем ставить, я не смогу никак не охранять вас. Умеет это чем стрелять. Ты охранник мой. Да, кстати, когда мы бежим, я тебя догоняю в бегу. А, да? Потому что я медик. Вот, что, будем сбегать? А мы что, сбежали вот так вот, и все? Так, ну что, Димас, начинаем тогда. Я также медик, Димас. А я также тот же челик. А, не, у меня какой-то другой теперь челик. У меня спутник есть? Это сканировать, не? Давай, короче, будем теперь скрытностью играть. Я там не могу пройти, Димас, не могу я там пройти. Тихо. Слышишь? Нет. Давай, жопу свою двигай отсюда. Ах, там у него троник, Диман, беги! Диман, бежишь? Я убежал, Диман. Короче, тут аниматроник перегрелся. А где ты, где ты? Вот, я вот. Перегрелся, он там встал, короче, стоит, перегрелся там. Нормально, батарейки, говорили, поменяли, дешевые батарейки, поставил от Nokia какие-то. Бегим. А у меня вот значок такой, челик, типа челика кидает, это что означает? Челика кидает, не знаю. Но звучит не, очень. Не, в этой классно, комнате стрёмно, Дима, мы здесь и умрем, наверное. А, да? Давай. Да сидишь кириться, в смысле, если мне есть чем стрельнуть. Ну а у меня есть чем поднимать тебя. Понял. Как бы все сходится, да? Как говорится. Вот да, он да, мою да, лову. Да. Он ловушку на мою что ли поднял, попался. Блин, да. Музыка такая стрёмная играет фоновая. О, да, тут вообще атмосфера. Так, мы тут вот что, были, не были, непонятно вообще. А, ищи, тут может быть что-то.
Может быть что-то. Еще. Я его ударил, беги, Димон. Беги, бегу, бегу, бегу. Так, я, Димас, заховался тут. Я тоже. Так, теперь я могу опять стрелять. А я могу мину опять ставить. Отлично. В общем, теперь в этой штуке тут нету ничего. Нам... Ой, что это такое? А2 это что-то. О, ты что взял? Как картошку. Картошку? Картошку. Так, смотри, я что-то нашел. Давай. Не, давай я лучше. Давай, давай, я, давай, Димон, если что, я стрельну, давай. Не, только не стреляй, потому что у меня там еще мина стоит. Я знаю, если с этой стороны будет идти. Сначала он на мину попадет, а потом ты в него тогда уже выстрелишь, понял? Если что, да. Да. О, блин, тут вообще опасно. Есть, Димон, отлично. Так. А теперь побежали куда-то. Куда-то. Куда-то сюда, погнали. Бегу, бегу. Я немножко тут не вдупляю, куда нам идти, но по идее сюда. Так, по идее, да, сюда. Димон, так быстро? Меня потом оживишь. Да-да-да, Диманчик. А, не, у меня полностью, походу, убил. Димас, у меня, походу, полностью заговорил. Димас, ты какой-то это спрятался где-то, да, я так понял? Угу. Ты меня сможешь потом оживить, нет? Или не сможешь? Вот это жесть, вот это он нас напугал. Димончик, я за ним иду. Давай, ищи этого аниматроника. Есть, Диван, есть. Беги. Если попался, он сзади. Беги за мной, быстрее, рано, рано. Бегу со всей силы, Димон. Блин, я когда упал, у меня карточка выпала. Ты ее подобрал? Ты подобрал ее? Нет. Блин, нам еще за карточкой возвращаться. За зеленой карточкой. Блин, голубая стрёмная карточка пишет, надо. Блин, стрёмно вообще. Вон он стоит там. Где? А, нет, опять мне фонари, кажется, что это сдалека он, вечно глаза. Это фонарь двойной. Блин, ребят, очень напряженный момент. Мы должны затащить. Блин, я так испугался. Жесть. Классно у нас Димон подождал, классно. И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Димон Покемон и Макс. Сегодня мы играем в Case Animatronics 2. Я буду играть за аниматроника, а пацаны будут стараться выжить. Пацанчики, поздравайтесь. Всем привет. Всем привет. Если вы бьете и кушаете, приятного аппетита. Димон, ну что, ты свою жопу уже остудил, чтобы я тебя там не мочил? Не искал тебя по тепловому следу твоей жопы? Не знаю, так придумал просто. Да, все готово, Димас. О, тут тыква, я немножко испугался. А, хотя я аниматроник, я не должен никого бояться. Блин, я эту карту не люблю. Димон, давай ты ее быстро, но если что, не пройдешь сразу, хорошо? Так, Максим, давай со мной двигайся, далеко не уходи, потому что... Далеко не уходи. А нет, от Димона уходи, он очень хорошо играет. Я псих, я иду. Я тоже хорошо играю. А, сейчас мы проверим, как ты хорошо играешь. Факинг, че, блин, я испугался, ну ты смотри. Быстрее за мной. Точнее, за тобой. Давай уже. Двигай жопой своей. Я уже боюсь. Давай. Перди отсюда. Так. Масса там. Ах вы сакуны вонючие. Где вы? Я знаю, вы где-то тут зашкерились. О, отлично. Ах вы вонючки. Хорошо. Я вам подаюсь на самом деле. Я могу очень хорошо играть. А, блин, больно, это же ж электричество. Как тебе моя ловушечка? Ну как крыса. Люблю тебя так пугать. Вот так, да, значит? Хорошо. Да. Я аниматроник, я тебя убью.
Опа, у нас уже две карты. Вот так, да, еще и две карты. Угу. Я вас видел, я вас вижу. Нет, ты меня не видел сегодня. Ах ты, сукун вонючий. Димас, покемас. Я иду по вашей душе. Хорошо, что мне ее нету. А, так нельзя говорить, ты чего? Тихо. Тихо, громко. Максимка, выручай меня, ты где? Я выручаю. Я боюсь. Тут страшно. И ты меня. О, Максим, так это что вы там опять сделали такое? Это потому что Максим включил второй генератор, и можно у тебя уже сбежать. Вот так, да? Хорошо. Да. Димон, хакай один, я второй. Мы можем. Это карта? Это карта. Плохая. Не, она хорошая, когда выживаешь. Ну, то есть от тебя, когда убегаешь. Да, да, да. Да, мне тоже не нравится. Так, куда я вообще иду? Вроде правильно. А вроде и страшно. Но мне в данный момент очень стрёмно. Первый выход открыт. Все, я уже выследил, где вы. А где я? Да ну вы задрали своими электрическими этими фишками. Какими какашками? Ну он бьет мне и бьет. Я же тоже не металлический. А, я металлический. Так. Куда помирало? Нормально. У меня точнее. Не знаю, как у там у Максимки дела. Я вот тут что-то печатаю на компьютере. А, ты уже это, калитку открываешь на выход, понял. О, открыта уже калитка, но я сбегать не буду, пока патрулю тебя, Димас. Не-не-не, ну а да. Может ты ошибешься, я тебя убью. А куда? Так, D6. Ага. Ты в D6, Димас? Да, я в D6. А что ты там делаешь? Это вроде зона повстанцев. Да я вот вроде хожу. И вас не нахожу. Так. Блин, тут классно. Так, где тут, наверное, ничего? О, D2. Блин, вообще вернулся назад, ё-моё. D2. Вернулся, да. По карте вижу. Что, Димас, D6 пошел? Нет. А куда пошел? Тебе. А где я? Ну, туда, куда я иду. А где ты находишься хоть? В D4. D4? Так, а что ты там делаешь? Меня там нету, Дима, сразу говорю, меня там нету. Хорошо, хорошо. Во всех D меня нету, во всех D. Ищи так, меня D5. Либо в А, либо в Б ищи. Я просто ориентируюсь, куда мне идти приблизительно. Короче, ищи меня либо в С, либо в Б, либо в А. В Д меня нету вообще. А в W есть? А тут такого нет. Так не умничай тогда. Так, Димон, я в B1. B1, хорошо. Ну, точнее, для тебя-то плохо. А где ты вообще ходишь? Да так, бегаю. Ну бегай. Шучу, я в шкафчике сижу. Вот крыса. Так, ладно. Я сейчас как дурак, наверное, буду шкафы обыскивать, я зря это делаю, да? Я, короче, нахожусь либо в Б, либо в А. В С можешь меня не искать, и в Д тоже не искать. Я либо в Б, либо в А. Давай. Понял, иду. Сейчас полегче тебе будет. Я тут пока посижу на диванчике. Сорвали диванчик, ребята. Вот да не, Димон, все, давай, короче, сбегай. Сбегать. Да, короче, сбегай. Короче, я нахожусь в А. Да не, сбегай. Нет. Да, ладно, сейчас попробую сбежать от тебя. Так. А что, ты точно меня не найти не сможешь? Не могу. Ну давай, иди, я в А1. Да не, сбегай. Да все, в А1 иди, давай. Да не, сбегай. А1, давай. Я тебе ловушку сделал на выходе, вот ты говно, иди. Иди ко мне. Не-не-не-не-не-не-не. Димас, да иди в А1 ко мне. Не-не-не, давай иди на выход. Да не. Давай, нет. Сбегай.
Иди ко мне. Сбегай. Ко мне. Не, не пойду. Не. Давай, я хочу последний раз тебя посмотреть. Не, ты поставил ловушку, я не хочу на нее попасться. Ты думаешь, я дурачок? Нет, я ее далеко поставил. Не. Диман, иди. Ловушек, это даже смешно, мы еще спорим с тобой. Диман, сейчас время кончится, я выиграю все равно. Осталось чуть-чуть вам. Нет, я выиграю. Какой мне... Какой я выиграю? Ты должен сбежать. Еще 2 минуты, Димас. А, ну все, ждем. Давай навести, Димас, меня последний. Хорошо, все, я иду. Не, я не иду, я тут жду. А где мне тебя искать? Ну я на выходе жду тебя, там где вот писать буквы, там вот там где компьютер. В смысле? Ну там где ты вводишь там всякую мотню. В смысле? Блин, мне так весело. А как туда попал? Ну я прошел туда. Да ты что ли дырку в потолке сделал? Ты что ли тут дырку... Нет, да не я. Ребята, я боюсь. Не ссы, Димон, не ссы. Да ну тебя, что за... Да не. Что за дырка? Да не я. Ты что ли, блин, тут? Блин, я сейчас пробегу через эту дырку, надеюсь, он меня не сожрет. А нет, это не твоя не дырка. Как это не моя? У меня вообще нет дырок. Так, ну ты вроде не на этой крыше. Не, на другой. А я вообще не на крыше. А, тебя вообще нет, я сбежал. Ребята, теперь мы будем с Диманом выживать, а подписчик будет стараться нас замочить. Что у меня есть? У меня есть кабаки, которые я могу наклеить на стены. Так, а то не клей их пока, подожди. Не буду, я успею. Всего лишь 4 штуки, понимаешь? Это очень мало. Это очень мало, для того, чтобы сбежать, это очень много. Как понять? Понимай, как хочешь. Нашел синюю карточку сразу же. Смотри, отлично. Нам нужно искать... Это кто? Это ты? Нет. Это... Беги сюда, Димон! Димас, беги. Беги сюда, беги! Я думал, что это... Он превратился при мне, я видел немножко. Я поставил ловушку, но он уже прошел ее, блин. Ребята, ставьте лайк за прикольный момент. Он телепортируется, он сейчас к нам придет. Не. Беги, ран. Там успеем, Димон, не ссы. Я ссу, погнали. Так, давай сюда. Давай, может заминировать проход какой-то? Не минируйся. Так, у нас есть пока нет. Я карточки что? Тоже ищу, кстати. Не, карточка у нас одна уже есть. Да иди ты. Да иди ты, криворукий. Сюда, Димон, ко мне беги. Ко мне, сюда. А где ты? А что там будет? А ловушка там стоит, он сюда не может пробежать. И видишь, там ловушка стоит. Он устал, видишь, он перезаряжает. Все, пошли, все. Ему и там проход заминировали, и здесь. Так что давай, челик. Максуха, удачи тебе. Сейчас будет моя удача. Да. Это стрельнуть. Ага. Пошли, Димон, сюда тогда. Воу, хватит тут свистунька. Он телепортировался и меня убил. Стреляет он в тебя, Димас. Ладно, Димас, начал. Уклоняйся. Я уклоняюсь. Давай. А он секун вонючий. А он секун. Говно! И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Димон Покемон. Как всегда, отличное настроение. Сегодня мы играем Case Animatronics 2. Все просили, чтобы мы записали еще одну серию и будем смотреть нового аниматроника. Ну да, рассмотрю тебя, иди сюда. Ты тоже в крови будешь или нет? Нет, ты не в крови. Хвостяра моднячий. Да, это с сюжетки кошка. Способности я покажу. Опа. Смотри, я где, наверху. Да, я вижу, ты наверху полупрозрачный. Ого, ничего себе. Ну ты хоть нормально ходишь, не на присядки. Ой, ты и так просто можешь ставать невидимым? Да, я способность. Ничего себе, ты молодчик. Прикинь, с тобой... А я слышу, ты как на каблуках. Прикинь, за тобой такая штука будет. Блин, писать. Ты уже тут, ёлки-моталки. Так, давай, короче, поможем это, давай будем карту искать. Что там прохождение надо? Включить для начала надо эти кабаки, да? Щитки. У тебя в табе должно быть написано, что ты должен сделать. Так, а где я? Я ничего тут не понимаю еще, но сейчас разберемся.
Смотри, я сейчас тебе, Димас, объясню вкратце. Вот видишь, D1 на стенке написано. Так. Нажми Tab и найди D1. Если ты вышел из D2, теперь ты в D3, вот. Видишь? Так, ребята, что мы хотим? Мы хотим пройти сюжетку и посмотреть, что будет. Да, что будет, нет, если Димас выиграет. Что будет мне? Блин, тут сложно все так найти, да? Я не знаю, что тебе нужно делать. Мне вот мои задания, мое задание — это нейтрализовать всех, увидеть, что никто не выберется, и все. Вот мои задания, а твои задания должны тоже писаться. Так, надо быть очень внимательным и смотреть на стены. Что это за кабака? Кстати, в эту игру добавили множество обновлений. С каждым днем здесь больше и больше обновлений. Вот, например, вот. Очень за кабака. Добавили нового аниматроника, вот кошку. Добавили чат и микрофон. Добавили. Вообще молодчики. Короче, занесли, да, им денег, сразу видно, молодцы. Бежать, Димас. Так, наверх поднимаемся, погнали. Вот, выход — это Б. Угу. Так, 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 так. Так, а сейчас ты идешь. Вот, щиток, нашел. Блин, как его взламывать-то? Не знаю, взламывай. А, понял. Мышка, ловить надо. Так, о, так, я так, вижу, так, что это. Четко. А, меня что, током ударило, что ли? Не, я запустил. Че, нифига, что ли? Запустил? Да нифига! Есть! Отлично! Так, что дальше? Идем сюда. А ты меня видишь, Димас? Так, вижу, вот ты. Я видел тебя на потолке, ну просто если бы я не присматривался, просто бы шел, я бы тебя не увидел. Проиграл, не нашел я карточку. Блин, мне кажется, оно не сложно. Мне кажется, я тупой. Так, ребята, ну что, теперь я кошка. И кошка намного быстрее бегает, чем бык. Так. Вау, вот, прикольные звуки. Игра за чувака, у которого есть тайзер, и я поехал локатору, вижу, где ты находишься. Так, отлично. Мои задания — найти, включить запасной генератор, найти ключ-карту, включить главный генератор, убираться отсюда. Убираюсь отсюда. Неплохо. Так, ладно, я иду к тебе, да? Так, вот слышу тебя. Иду к тебе. О, это ты. Ого, какой ты страшный. Я стоял затих. Ты тоже неплох. Убить бы тебя, да жалко. Ну-ка, сделай способность двоечку. Ты двойку нажал? Ты единичку нажал, ты вообще еле видно тебя. Ты такой скрытный, это жесть. Я четкий пацан. Не, Диман, я нажимал, не работало что-то сразу, двоечка. А вот сейчас сработает, наверное, двойка, попробуй. Получается, это тройка, а не двойка, Диман. Тройку, значит, нажимай. Давай. А, я, может, не везде ее могу использовать? Да, надо стенку подобрать. Или ко мне близко не подходи просто, и все. Давай, нажимай. Нажимай. Я нажимаю, вот иду и нажимаю. О! Четко, пацаны. Ого! Пацан, не везде работает, все, я понял. Или я нубище. Я могу мимо пройти, ты просто на меня упадешь и съешь меня, и все. Как это самый мощный аниматроник получается. А че я не падаю? Это же так, кнопка, что ли? Да, все, я понял. Все, я въехал. Норм. 4. Так, это D4, отлично. А у тебя есть пистоль стрелять по мне? Да, есть. А ну, жахни по мне разок. А ты где находишься? Так. Я тебя найду. Ты иди, проходи миссию. А вот я тебя вижу, эхолокатор твой. Так, подожди, ты что-то от меня убегаешь? Стой. А, это ты? Ах ты, блин, я испугался! Ах ты, вот так, да? Вот так, да? Сейчас. Получай. Что-то я быстро отошел от твоего электричества. Какое-то оно у тебя слабое, что ли. Или бык может такой просто долго реагирует. Так, D6. Так, давай. Чё? B1 идти. Так, B1 и мне надо сюда, или нет? Блин, прикольное окошко, мне нравится. Да, мне сюда надо идти. B1 сюда. Так, нет, это не сюда мне идти. Блин, я слышу, как ты топаешь где-то там.
Я убийца. Так, я вижу тебя на локаторе. Так, отлично. Вот я тебя нашел. Стой, стой, стой на месте. Ах ты, блин! Вот такой вот. А не, долго бьет. Это чё за говно? Так, кошка, отходи! Так. Так, так, так. Стоп. А вот он. Оператор. Я добрый аниматроник. Я тебя убивать сразу не буду. Так я пока не понимаю, как тут работает. А как тут что делать? А, надо... А, я понял. Я понял, как делать. На мышку двигаться. А, тут легко так вообще получается. Во! Найс. It's okay. Найс. Так, ключи запасной не надо. Найти ключ карту мне надо теперь. Ищи. А где мне искать ключ карту? Так, у тебя нету нигде, да, ключ карты? Откуда? Я жлоб. Так, сектор Б. Может, сектор А надо идти тогда? Ну, пойду в сектор А схожу. О, ты сканируешь. Так, а это я уже прошел, надо сюда поворачивать. Вот, А4, да-да-да, сюда идти надо. А там что? Ой, я на shift могу быстрее бегать. Вот, может. Ой, я тут не был, что ли. Я могу столы ломать? Я вообще не могу ничего ломать? Ой, так не прикольно. Аниматроника перепрошили на твою сторону. Помогает тебе. Тут просто даже пройти тяжело, не говоря уже. Не, ну напишут, конечно, что мы тупые, мы не шарим. Там все легко. Просто вы не шарите. Ну ничего. Мы привыкли. Но бы пока что. Да, наполовину. Но потом станем поумнее. Это штуковина. Так, тут нужна зеленая карта. Чё, мне две карты надо искать? О, да, прикольно, светится так. Найти. Карточки тут не находят. Так, ладно, пойду сюда. Я тут еще не был, кстати. Интересно, интересно. Тут... Ну, не пройду. О, карточку нашел. О, прикольно, прикольно. Синюю, синюю карточку нашел. Может, зеленая еще где-то есть? Спрятаться можно где-нибудь. Так. А где она была? Так, тут выход. Тут два выхода есть. Так, один закрытый. А там на столе лежало. А! Ё-моё, чё я так испугался? Я тебя ничем не ударял. А, это я просто сел. А, ты сел. Может, я перегрелся, что ли? Блин. Так. Долго шиф держал. Так, куда ты бежишь? Стой, 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 стой. А все, сваливаю от тебя. Не-не-не-не-не. Ага. Обманул меня. Не, не обманул. Вот, смотри, я что-то печатаю. Смотри. Ты что там, добываешь камень? Я ломаю компьютер рядом. Не, я хочу, чтобы ты прошел. Не ломай. Да, не ломай меня. Блин, ты все нашел, а я как нубище. Ну, я уже привык. Это уже не первый раз. О. Я могу с тобой... Вы проиграли! Так я ж первый выбежал. И реально, я хотел проверить, что будет, если я первый выбегу, а не ты. И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Димон Покемон и подписчик Мистер Лефти, который будет играть сегодня за аниматроника, а мы с Димончиком будем пытаться выжить, ну и как-то ему напакостить. Димончик, поздоровайся. Всем привет. Если вы пьете и кушаете, приятного аппетита, а мы будем начинать. О, это ты сканируешь? Да-да-да, я сканирую. Димас, он, кстати, рядышком. Он идет сюда, тихо. Только не убивай нас сразу, мы тебя рассмотрим. Не-не-не, надо... Нет? Нам, Димас, наша цель это... Валим, Димон, бежи. Димас, сваливаем отсюда. Так мы, кстати, еще с тобой, Димон, ни разу не играли. Да. Ой, Димас, не туда. Твою ж мать. Димас.
Так, давай. Уходим, уходим, уходим. У тебя есть стрельнуть чем? А как фонарик выключать, я забыл? На F. А? На F. Димас! Беги, Димон! Беги! Димас, нас спалили! Жесть. Так, давай, Димас, посмотрим по карте, где мы находимся. Нам нужно сбегать вообще-то отсюда. Так, хорошо, мы находимся... 24, отличненько. Димас, ты куда повернул? Димас. Я хотел в шкафу заныкаться. Получилось? Нет. Не убивай меня, аниматроник. А, у него батарея поломилась. Димас. Да. Найди меня. Иди, а, вот ты, вот ты. Пойдем. Блин, я суток. Я боюсь этого челика сильно. Давай сюда, сюда, сюда. Тихо. Сиди сюда. Иди сюда и спрятайся. Блин, очково. Так, Димас, у нас тут есть где место поныкаться. Так, кстати, в прошлый раз я тут находил ключ-карту, Димас. Угу. Понял? А, Димас, валим отсюда, быстрее! Валим! Димас. Я бегу, я не знаю, куда ты побежал. Я спрятался. Я слышу. И искать ключ-карту. Как найду, я тебя найду. Не убивай! Ах ты! Убил меня! Да? Жесть! Димончик, давай, я знаю, ты справишься. Ты сможешь. Нормально, тащим. Все, Димас, валим быстрее. Так, тихо. Тихо. Нет, ты меня зажал, Димас. Мы не пройдем никогда. Давай сюда, иди за мной. Короче, ключ-карта, но... Фонарик включи, Димас. И выключил. Жесть, это очень стрёмно. Круто. Ребята, если вам нравится, не забывайте оценивать ролик. Да, ребята, хотите, чтобы мы еще какую-то сюжетку придумали здесь и записали? Ставьте лайкосик. Валим, быстрее. У нас есть пока момент шансовый. Димас, прикроешь меня? Хорошо. У меня только нема чем стрелять, если что, хорошо? Да ничего страшного. Самое главное не стрелять, самое главное знать, что тебя кто-то прикрывает. Это хорошо. Все, класс. Свет немножечко нам дали, поэтому убегаем. Норм. Да, у нас теперь света побольше стало, Димас. Я вообще рад такой. Ключ-карту нашел, Димас. О, так ты вообще псих. Так, нам нужно идти куда-то. Так. Мы не будем озвучивать, потому что нас может услышать. Да. Подписчик с нами в комнате в Дискорде, поэтому он слышит все, что мы делаем. Да, поэтому будем максимально скрытничать, ребят. Да. Но мы его не слышим. Так, это не туда пошел. А, так. Тихо. Слышал, Димас? Мы с ним разминулись. Рядом вообще. Да, мы разминулись с ним. Это хорошо, это мне нравится. Отлично. Мне кажется, что мы еще и пройдем с тобой. Ну, я так думаю. Я надеюсь, что мы пройдем, Димас. Давай, сюда заходи. Так, и прикрывай меня. У тебя в любом сейчас должно быть...
Да-да-да, есть, есть. Тайзер есть, да? Поэтому есть, прикрывай есть. Меня. Так, ребята, это очень стрёмно, реально, прям какой-то хоррор. Да затащи им. Всё, Димас, наша сейчас главная задача это сбежать просто отсюда и все. Да? Да. Подожди, Димон, где ты? Я тут, а. Подожди, а как ты тут прошел? Что за говно? Иди за мной. Идешь? Иду, иду, иду. Не забыл, сейчас. Ты не обосрался. Иди за мной. Идешь, 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 да, за мной? Да, бегу со всей силы. Блин, не туда поверну. Я волнуюсь просто. Я сам боюсь. Очень страшно, ребят. Вон он. Где он? А, то лампочки вдалеке, мне показалось, это глаза. Ну ты меня пугаешь, конечно. Так, это что такое, блин? Кстати, не знаешь? Что это за место? Нет, я вообще тут ни разу не был. Очень страшное место. Шляпка. Давай, давай сюда, к нам надо сюда идти, наверное. Не знаю, Димас, я иду, конечно, не очень, но иду. Назад валим, быстрее, быстрее, быстрее. Правильно, Димон, я бегу? Не знаю. Димас, беги! Димас! Беги, беги! Ран! Я его ем! Так, сваливаем, сваливаем. Беги, беги, Димон, беги! Димас! Fucking shit, Димон, чит, давай, жесть. Ты должен выиграть. Это а чё у меня не было шансов, потому что уже один раз он меня убил, да, типа? Да чё, умер, всё, Димас? Да, у меня убил, я даже не понял ничего, что произошло, просто хоп, и на тебя переключили. Офигеть, это, блин, очень стрёмненько так. Ну давай, не очку, я так 100 раз сделал. И чё получается? Ты должен пройти по-любому, я буду следить за тобой. Ого! Рамковатая игра. Да. Реально очень громкая игрушка, но она очень... Ну пусть будет уже так. Я еще просто, ребята, не настроил винду, поэтому если что-то со звуком не так, не судите строго. И у диванчика тоже. Да. Понятно. Димон. Его ударил током. Нет. Беги, Димон, беги, 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 беги. Беги, Димон, беги. Бегу. Беги, Димон, давай, ты сможешь. Бегу. Он сзади тебя бежит, давай. Димас, я там спрятался за ящиком. Иди, сиди, сиди, он тебя не увидит так. Я уверен. Блин, а он шустрый малый. Ага. Ты сможешь, ты сможешь. Короче, пойду к следующему выходу. Давай, давай. Надеюсь. А, тут другой есть выход? Да, 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 тут их два. Понял. А чё так до этого долго взламывал? Не знаю, там очень долго надо ждать, поэтому я так долго взламывал. Понял. Блин, очень напряженный момент. Я буду считать, что мы выиграли. А, мне и так написали, вы проиграли. Блин, мне написали, вы проиграли. И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дима Покемон и Кэт Макс. Сегодня мы играем Кейс Аниматроникс 2. Добавили нового аниматроника в Волчару. Пацанчики, поздравайтесь. Всем привет. Да, давай. Если пьете и кушаете, приятного аппетита. А мы давайте немножко обсмотрим этого волчару. Кэт Макс, рассказывай, какие способности, что сделали? Так, он орёт. Первая способность — это дымовая граната. Ложись! О, а что она делает?
Это вонючая граната. Блин, у меня на экране дерьмо какое-то появилось скелетное. Кто еще есть? Димон, прощай, ты был плохим человеком. Я что, сдох от этой войны? Да, я тебя сейчас, Димон, подниму, подожди, сейчас газ пройдет этот передежный. Офигеть, ты пердеж. Блин, мне кажется, это какой-то теперь читерский аниматроник, как мы с ним будем справляться? Это пердеж волк, Димас. 100%. Давай, Димас, поднимай меня. Подожди, а ну расскажи, что у тебя еще есть? Что у меня есть сейчас? У меня есть такой прыжок. Ого. Ничего себе, ты какой-то имбовый. Ну, мне кажется, ну сильно прям сильный стал. А чё ты хромаешь на одну ногу? Да так, подскажи. Ну все, давай, аниматроник. Мы Димасом убегаем. Блин, мне нравится этот аниматроник больше всех. Он дышит этой фигней. Да нет, я чихнул. Мне кажется, мы на этой карте опять проиграем. Не-е-е. А, ну да. Я не знаю, мы сейчас по-любому проиграем. Так, давай, Димас, пончик покушаем. Нельзя взять, а банчик? Не, я все уже передумал, я не хочу. Иди. Так, да, иди, наверное, уже. Подожди, у меня есть бомбы и липучки, Димон. Хорошо, тут ты лекарь, короче, а я стрелок. Все, погнали. Все, погнали, да. Будем месить этого аниматроника вонючего. Так, для начала нам нужно найти... предохранитель. Вы можете... Я думаю, уже все ребята, кто играет в Case 2 аниматроник, знают, для чего он нужен. А вот нет, не знают. Ребята, если вы кушаете, пьете, приятного аппетита. Да, ну а мы тут выживаем как можем. И с наступающим Новым годом. Да, еще мы уже в каком третьем ролике подряд для вас это говорим. Да-да, и ставьте нам лайки. Да, пожалуйста. И подписывайтесь на Димона Покемона канал. И на Димона тоже. Опа, пердун пришел. Опа, пердище. Ого, вот это пердун, конечно, туда его. Мне кажется, это имбовый аниматроник реально будет. Это центровой проход, так что, Димон, по-любому надо минировать. Эй, в бан попал. Так смотри, он засрал весь проход, мы там не пройдем, Димон. Не-не-не, очково. Это вонючий волк, Димас. Волк-вонючка. Он сейчас будет тут проходить? Димас, он меня плюнул. Ох, он харькун. Харькун. Харек. Это типа харек, который плюется. Харькун. Да, Димас, классно ты придумал. Ну где он, этот мужик? Он не хочет на твою бомбу напороться. Вот секунду. Напоролся, Димон. Димас, все, валим, валим быстрее под шумок. Димас, под шумок. Я убегаю куда-то. Куда ты там убегаешь? Я бегу, куда глаза глядят. А чё я умер? Там газ был. Ты тут везде насрал. Как мне ходить вообще? Димас, он всю весь полицейский... Я тебя вижу, Димончик. А как? Вижу, вижу. У тебя значок красный горит. Ну, это понятное дело. Это Макс, не убивай меня сразу, давай поиграем. Давай подружимся, да? Ну ты мочишь сильный. Я вообще бегать не умею. А, Димас, он уже бегать не умеет, убегает. А как я здесь очутился? Я же вроде сюда даже не шел. Или шел? Я что? Обкурился. Че, Димас, в стенку идешь? А? Димон, у него батарея села. Димас, а че ты по стенке ходишь? Ты не шаришь? Просто. А чё ты в угол? Не-не-не, все нормально, Димон. Я просто хотел ближе к тебе прийти, а там была стенка, поэтому пришлось обходить. Димас, это ты? Да. Вот я тебя вижу, да? Вот я. Походу у меня сломался кейс Аниматроникс 2. Что такое? Что за баги? Ты его мочканул. Да. А знаешь, где я сейчас, Димас, в клетке нахожусь? Я сейчас в клетке, да? Да, я вижу тебя, да. А сейчас я за тебя, да? Да. И мы находимся в складе. Да, и мы... Ах ты мужик! Ах ты читмен. А чё не давали выбор кнопки нажимать? А он такой, он читерский, он не может... Блин, да вообще прыгает, дрищит, рыгает, гранаты бросает. Ой-ой-ой. Смотри, обосрал всё. Фу, блин, вонючка. Блин, сильно тяжелый. Всё, пошел отсюда, у меня мушка, завайся. Руки вверх. Работает полиция.
Так как говорили в школе, два раза вдох, два раза выдох. Это срет. Лови гранат. Димон, а, блин. Что, тебя подамажило? А у меня скелет зеленый на экране. Да, прикольно. Ой. Вот так. Он выть может? Пердун какой-то старый. Старый пердуниха. Пердун старый. О, смотри, смотрит меня. Дай бомбу там, Димон, прилиплю. А ты нам ничего не сделаешь. Через клетку. Ух ты. Смотри, даже через клетку его газ вонючий. Ай-яй-яй-яй. Да он нас не выпустит. А как? Это реально имбовый аниматроник. А у него что, газ не кончается? Да. Давай сейчас закончится. На тебе, на. Побежали быстрее, Димон. Бежим, бежим, бежим. Так. Димон, я бомбу еще прилепил. Он вообще на бомбу попался. 50 секунд. У нас осталось минута, и здесь есть мыло в ванной. Здесь есть мыло и веревка, у нас есть больше времени. Короче, где-то тут должен быть предохранитель. Даже звук, как будто мухи. Да, да, да. Из хоррор-игры какой-нибудь там. Я, короче, не знаю, где тут вообще эти предохранители ставят. Такое чувство, как будто они их вообще здесь. Над нами кто-то издевается, что ли? Получай, дерьма. А, на! Он еще, Димон, и взорвался. Ты его кацанул, да, жестко? Да, 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 да. Так, я, короче, пока у нас, конечно, есть время, я поищу еще. Блин, Димон, мы проиграли, 10 секунд. О, Димас, мы на старте. Так, ну что, Димон, где ты? Поздравляю. А я не вижу тебя, Димас. Я тебя не вижу. А, вот а вижу. Привет. У меня опять бомбы, говнюшки. Оп, оп, а-ла-лай-лай. Оп, оп. О, Димас, и я могу, знаешь, танцевать. У тебя еще прикол, то, что у тебя на руке, на ладошке, это бомба, короче. Когда ты махаешь, вместе с ней махаешь, это бомбой. А у меня ее не видно в анимации. Да? Ты даже когда танцуешь... Как будто хочешь ее отлепить от руки, короче, так делаешь. Все, эта карта легкая, мы должны затащить. Да, эта карта легкая, но всегда есть свои минусы на картах. Так. Давай ставь, Димас, биду, вонючку, давай. Ха-ха. Че ты нам ничего не сделаешь, карлик? Он срет на нас. Ай, больно! Димон! Так я не мог выбраться из щитка, меня засосало в щиток. Где он? А, говно попалось. Я хочу еще одну бомбу поставить. Пошел отсюда. А, бегу. Димон, я его луплю жестко. Отлично, это Димас у нас хорошо получается с тобой. Я уже подлобался немножко. Да, блин, у нас... Это вроде не единственный щиток должен быть, который на карте. Давай еще поищем. Тем более он медленный очень. Да, он карлик. Не, он великан на самом-то деле. Мы его не убьем так просто. Давай, Димас, ставь бомбочку и... И взламывай давай. Ставь бомбочку. Все, пошел. Ламон, давай. Спецстас работает. Нормально. У меня сердечко колется что-то. Как Димас там? Ломается. Четко. Бомбой. Так, все, теперь нам, по идее, надо бежать куда-то сюда. А там аниматроник. Опять вонючку свою кидал. Нам нужно направо, на счет 3. Раз, пойду. Ладно, давай назад лучше, пока. Пока что мы пойдем... Ты, Димас, все бомбы еще потратишь. Да я и так все потратил, но мы заминировали два прохода. И с той стороны, и с той. Ладно. Я там уже потратил бомбы. Так, давай-ка здесь что-то посмотрим. Если что-то найдешь, сразу бери. Бери, понял, беру. Все, пойдем. Ты, он рычил, слышал? Как лев. Ага. Пошли. Быстрее. Бегу со всей силы. Нам еще карточки искать надо.
Карточку сюда найти. Ага, блин, не туда. Нормально, нормально все. Я сам переживаю, хочу пройти. А с карточки не пущу. Так. У вас где-то рядом ходит. Я знаю. Взяли? В какой-то жопе. А я вижу. А то сами переводите. Кто-то что-то плохое написал. Да, я плохие слова не перевожу. Да и так фигово перевожу. Вот бы заряды были аниматроника, а то он бесконечно стреляет и стреляет своими... Ну да. Чепухами. Он чересчур имбовый. Давай, мы из какой-то жопы вылезли. Если честно. Ну и куда нам? Чё? Давай сюда. Походу нам дал в другую сторону. Говно! Говно случается, Димон. Прикинь, это у него дистанция огромная. Как с ним бороться? А вот и никак с ним не бороться, Димас. Только с пушки стрелять. Так, этот карлик зато прятаться не может. Он здоровый, пухляш. И громкий. Пухляш. Давай, Димас, чуть-чуть обождем. Так. Так, смотри по... А, вон он! Говно! Димас, беги, спасайся бегством! Давай, я в тебя верю! Димас, заныкайся где-нибудь там. Давай. Все, заныкался. Ой, я даже ничего не вижу. Я сам ничего не вижу, Димон. Алло! Вот ты мочишь! Слышал, да? Да. Не, ну так неинтересно. Этот один черный экран вижу. О! Супер. Ты, Димас, как с ниндзя. Сплинтер цел. Цел. Целый сплинтер. Я жил, Димас. Пойдем за мной быстрее. Погнали. В смысле... Мы кое-что потеряли, Димас, там. А чего мы потеряли? Мой мешочек с золотом. Пойдем. Я просто лепрекон. Все отлично, у нас есть мешочек. Так, о, кинотеатр, Димас. Какой фильм врубим? Не знаю. Звонок 6. Давай Хоббита посмотрим. Венома давай. Хоббита хотелось посмотреть. У меня бомбы не восстанавливаются. Так нечестно. О, отлично. Кстати, ребят, я хотел записать Лего Хоббит за Хоббит, но там управление очень плохое, поэтому не получилось, к сожалению. Блин, он там? Да, у нас отсюда не выпустит, он уже знает, где мы. Вот читер. Ага, есть такое у него. Читманское. Ага, дышит. Вот жопа. Дыхание дракона. Я лучше спрячусь. Димас за мочку. Еще и за лежачий. Вообще гениально. За лежачий боже. Да он не прыгает здесь. Ну что за обманка. Димас, отличная у тебя нычка. Просто великолепно. За мочку, за этот спрят. Димон, я рассмешил своими пряточками. Пошли, Дима, на другой вход. Пошли на другой. Сквозь кинотеатр можно было пойти. Да, погнали. Жалко, что у нас персонаж не умеет прыгать. Я бы куда-нибудь прыгнул. Если бы мог, конечно, прыгать, я бы... Ай. Слышишь, какие-то жучи там, паучи? Пошел отсюда. Погнали. В голову стрелял хоть? Ага. Так в голову надежнее выходит. Давай, Димас, сломай щитмен. Вот, отлично, Димас, ты хацкер. Отлично, пойдет. Что ты там вводишь, Димас, отказывай. Ввожу команды.
Команды, да? Open, close, Minecraft up. Сервер делаешь, Димас? Да, да. Димас, дай пройти, не убивай нас! Ну не убивай! Беги! Друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайк ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем!